Куряне-активисты могут войти в Общественную палату Российской Федерации. До 28 ноября в Москве пройдет конференция Центрального федерального округа, где будут избраны члены палаты из регионов. В нашей области создана рабочая группа, которая выберет делегатов этой конференции. В связи с этим администрация Курской области обращается с призывом к руководителям общественных организаций. Начать работу в своих организациях с тем, чтобы выдвинуть наиболее достойных людей в состав Общественной палаты Российской Федерации. Нужно сразу сказать, что на сегодняшний день у нас в Курской области насчитывается 1973 некоммерческие организации и порядка 1173 общественных объединений. Своего представителя могут выдвинуть любые общественные организации и объединения – региональные, межрегиональные, общероссийские. Заявление об участии принимает Комитет внутренней политики Курской области. Перечень необходимых документов можно найти на сайте региональной администрации. Заявки принимаются до 22 октября.